За последние 20 лет избирательный процесс не проходил так долго и с такими нарушениями, говорят политические обозреватели. Как следствие, будущие результаты выборов вызывают сомнения. Отмечу, Одесская городская ТИК до сих пор не озвучила итоговый протокол. Я участвую в выборах с 89 года. Я не помню, когда подсчет голосов продолжался бы столько времени. Вот с 89 года во всех выборах участвовал, ни разу такого не было. То есть мы имеем перед собой тотальную...